Всем привет! У нас сегодня в обзоре тема от фирмы Singin' Rock, модель по названию Profi Worker 3D. Данная модель имеет множество всяких нововведений, имеет множество всяких функций, и она максимально качественная. Плюс ко всему, она идет в комплекте с вот таким вот фирменным чехлом от фирмы Singin' Rock. И видите, вся эта система помещается вот такой вот, собственно говоря, относительно небольшой чехол. Чем же данная система по-настоящему крута, я вам сейчас попробую рассказать. Модель Profi Worker 3D – это полууниверсальная система для промышленного альпинизма, которая также подойдет для высотных работ от фирмы Singin' Rock. Анатомическая конструкция пояса, ножных и плечевых петель обеспечивает комфорт. Хочется вам сказать, что эта модель на самом деле является очень уникальной, потому что здесь имеется много инноваций. Например, начнем с того, что все системы регулировки в данной модели под названием Easy Buckle, которая обеспечивает быструю регулировку, а также быстрое открепление от, собственно говоря, самой этой системы. Все это работает очень быстро, качественно и максимально надежно. Данную систему можно подрегулировать под свой рост, и она будет сидеть на вашем теле просто уникально. Хочется сказать, что пояс и ножные петли покрыты износостойким материалом под названием PES, который также обеспечивает дышащие свойства. Ремень сшит таким образом, что вес тела поглощается исключительно подкладкой. В данной модели это отражающие элементы, которые у нас имеются на плечевых лямках и имеются на поясе. В задней части в области спины плоское D-образное кольцо, с помощью которого можно подвешиваться на страховку и продевать, собственно говоря, сюда страховочную веревку. На плечах по бокам есть две разгрузочные петли для крепления дополнительного оборудования посредством карабинов. Также разгрузочные петли имеются по бокам. Раз, два, три. И показываю вам вот такую вот четвертую петлю. Основное фронтальное плоское кольцо для крепления также страховки. Вы можете выбирать, либо вы спереди закрепитесь, либо вы уже закрепитесь сзади. Регулировка происходит здесь очень легко, поэтому легко можем как оттянуть, собственно говоря, так и затянуть. Но при этом оно само не открывается. Все максимально надежно, качественно и для людей. Помимо всего этого, в данной модели, как я уже говорил, есть две системы страховки, но еще имеются вот такие боковые кольца для дополнительной боковой страховки. Плюс ко всему, в данной модели вот такие вот качественные запатентованные швы, которые соответствуют всем требованиям по безопасности. Ну и давайте покажем, как, собственно говоря, крепится система страховки. Возьмем карабин. Также возьмем сейчас вот нашу каплю с веревкой. Проденем, закрепим и можем спокойно использовать данную систему. И не забывайте, огромный выбор по-настоящему качественных и очень крутых систем вы можете найти на нашем сайте mandrivnik.com.ua.